Анонс и точная дата выхода 164 серии турецкого сериала «Мафия не может править миром». 164 серия сериала выйдет в эфир 21 апреля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Хизыру удалось наконец-то положить конец проискам Алтана. Теперь на очереди оказались Насух и Фияз. Несмотря на то, что Фияз старался не подвергать свою жизнь опасности, его предательство все же было раскрыто. Враги построили коварный план, в результате которого все члены круглого стола должны будут умереть. Реализовать они его планируют в самые кратчайшие сроки. В первую очередь злоумышленники намерены убрать со своего пути Хизыра, который очень сильно им мешает. Только Хизыр был совсем непрост, и он уже давно смог все просчитать заранее. Теперь он точно знает, как ему необходимо действовать дальше. Хизыр прекрасно понимает, что после последних событий он больше никому не может доверять. Как оказалось, среди близких для него людей на самом деле оказалось слишком много истинных врагов. Такого он никак не мог ожидать, но теперь приходится принять жестокую реальность. В итоге у него в заложниках оказывается сын Фияза, и он намерен выяснить, кто именно оказался предателем. Фияз же сообщил, что он никого не предавал, хотя на самом деле это было ложью. Смерть его сына была на его совести, но у него остался еще один сын, и теперь его жизнь зависела от того, что скажет Фияз. Напомним, 164 серия сериала выйдет в эфир 21 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!